подарю тебе ганджа и научу тебя смеяться. Я подарю тебе любовь. Пацаны, здорово, всем рад вас приветствовать на самой такой основной серии по четырке, это автозвук. И как я говорю раньше, я хотел бы сделать автозвук в эту машину, потому что ну не хватает. Пацанская молодежная тачка. Что у нас сейчас стоит? Пионер, который обычный, несистемный, самый простенький магнитофон пионеровский. Колоночки такие маленькие, вот такие пиздявыши, которые еле-еле играют. Ну и в задней полке у нас тоже по два динамика у нас есть. Что в этой серии делаем, пацаны? Ставим уже нормальные динамики в двери, нормальную магнитолу. Будем устанавливать в ближайшем времени саб, чтобы долбил. И было два пути событий. Либо я делаю бюджетный вариант, либо я делаю бюджетный вариант. Но я мог один бюджетный вариант сделать за 15 тысяч рублей, сказать: пацаны, смотрите, какой у меня автозвук, я там супер-пупер прокачал тачку. Либо по-настоящему попытаться сделать годные вещи. Конечно, я хочу сделать уже, чтобы было еще мощнее, еще круче играло, чем в Ниве. И направляемся уже в профессиональную студию, где мне делали именно Ниву. И там мне помогут с этой машиной. Мы из минимального бюджета делаем максимальную отдачу. Примерные затраты на эту серию будут полностью вся музыка, шумоизоляция, 60-80 тысяч рублей. Так что серьезная серия предстоит, ребят. Запасайтесь терпением. Let's go! Я не знаю, есть смысл или нет демонстрировать, как сейчас играет система. Во-первых, она у меня включается вот здесь вот с кнопки питания у нее. Как мне сказали, это неправильно. Будем делать уже как по-правильному. Кнопочку включаем. Сейчас она должна загореться. Динамики самые простецкие, все скрипят. Все скрипит, все пыхтит, а хочется по-настоящему пацанского автозвука, чтобы долбило, флексило, в общем, как вы любите. Четырка без саба — это просто не четырка. Сразу спойлерну, в этой двери будет установлено два динамика и один рупор. Это уже мощнее, чем у Нивы. Должно быть интересно, как мне сказали, будет валить на все бабки. Подъехал я уже в студию SSQ, где Кирилл занимается уже автозвуком, он и занимается ремонтом динамиков. Довольно знаменитый человек в Новосибирске именно по автозвуку. Данный видеоролик выполнен при поддержке компании 1xBet, где самые большие коэффициенты и быстрые выплаты. А если ты перейдешь по ссылочке в закрепленные комментарии и укажешь промокод AbramTV, получишь 6500 рублей на первый депозит. Переходи, регистрируйся и получай крутые бонусы. У него есть, смотрите, какой цивик, очень злой, вся обшивка в музыке. Ну, короче, человек занимается профессионально автозвуком. И вы скажете: Абрам, а как ты собрался два динамика, один рупор и все сюда это дело присобачить? Потому что, ну, у тебя это же не позволяет. Смотрите, вот что у меня сейчас стоит, такая маленькая колоночка. Это не динамик, это колоночка, бля, сливная вот такая колоночка. Потому что по-другому ее никак не назвать. И, конечно же, я уже предварительно заказал себе вот такие вот подиумы. Подиумы я заказывал в RS Motor. Почему там стоит заказывать? Очень быстро присылают. Сайт у них очень удобный. Цены одни из самых дешевых. Ну и что самое важное, это, конечно же, 7% по промокоду Абрам. Если вы пишете, заказываете запчасти, со скидкой уже привозят. Там обширный выбор запчастей, как тюнинга, как и стоковых запчастей. Короче, на любые тачки есть, которые сделаны уже, знаете, такая из войлока. Но мне не нравится. И вот на Ниве я брал именно кожаные. И эти я хотел себе именно тоже такие же кожаные подиумы. Они черные, стильные. Вот эту штуку мы, получается, уже кармашек родной снимем, открутим. Его больше не будет. И за место этого кармашка будет вот такой. Давайте сейчас распаковочку сделаем. Мне что понравилось, качество очень хорошее. Я вот на Ниву ставил, во-первых, все пропенено. Во-вторых, по размеру идеально все подходит. Тут видите, под кнопки, под мои, вот под эти, вот уже тоже есть
Вот такая ниша вырезанная. Ну, короче, прикольно сделано. И вот видите, кожаная, стильная, аккуратненько. Вот так это все дело встанет. Сразу спойлерну вам, пацаны. 2 16-х динамика будет и один рупор сверху, вот он. А помнишь, молодыми были, бегали от мамы. А помнишь этот запах первой марихуаны. И даже маны было много и не по карману. Ну и такие вот пиздявыши стояли у меня с задней полки. Сразу скажу, их не будет, как скорее всего не будет и задней полки. Потому что здесь будет САП стоять. И чтобы нам САП установить, это вы сами понимаете, мощный САП, это постоянно вот так вот будет. А нам это надо, пацаны, нам это не надо. Это все, скорее всего, демонтируем, уберем. У меня здесь протянуты провода. Я вас, пацаны, как-то спрашивал: ребят, что вы скажете за мои провода? Но когда я их сам внимательно посмотрел, и еще я увидел мистери, когда написано, я сразу все понял, что, друзья, эти провода только вот так вот обдушиться и на стол. Под моей задачей должно быть вот такой вот провод идти, чтобы все было четко, все надежно. Конечно, проводку мы эту всю будем менять, тянуть грамотно. Ветер унеси меня по разным странам. Музыка родная, не попасть в капканам. Улица поют и поется банда. Пацаны, как вы заметили, я заехал уже в студию SSQ. Знакомая всем обстановка, куча динамиков. Кирюх, на ремонте, да, не, наверное, все? Здорово, давай в кадре познакомимся. Че, Кирюх, я остался доволен, как ты мне там Ниву сделал, пацаны тоже оценили, все круто было. Решил второй раз и решили немножко помощнее, да, чтобы уже посерьезнее собрать. Немножко посерьезнее. Не Адимовые динамики в дверь, это булава Анео 165. Пищалочки мы решили оставить те же, потому что ты был просто в восторге от них, я так думаю. Магнитола уже всем знакомый, Kenwood 304. Ну, самое главное, что она процессорная, и это нас устраивает. Да, то есть, если ты говоришь, что тебе не нужен Bluetooth, то это самый идеальный вариант. Давай объясним, пацанам. Ну, это как в Ниве стояло. Ну, цена-качество. Вроде бы она стоит не сильно дорого и оптимальный, да, вариант. Так, по поводу динамиков вообще, что можно сказать? Вот, которые у меня стояли на Ниве, тоже она ураловская серия, но она самая бюджетная. Это были самые бюджетные динамики. То есть, сейчас это булава Neo, это уже динамики на Neo Dimi. То есть они имеют намного наименьший вес, так скажем. Вот при этом они очень громко играют. У меня на Ниве стоял генератор повышенной мощности. Здесь стоит обычный, мне кажется, заводской, сюда не лазили. Мы с тобой обсуждали, что у тебя дополнительно есть батарея. Может быть, ее все-таки задействовать, уже разориться. Посмотрим, вот батареи стоят. Да они вот так вот выглядят? Да. Она просто в багажник ставится, вот такая, да, вот коробочка. Да. Посмотрим на просад, а затем уже примем решение, будем его устанавливать или нет. Пока что приступаем вот к установке данного комплектика. Ну что, погнали. Шумоизоляцию решили делать только на передние двери, где будут стоять динамики. Такая бюджетный вариант, потому что машина в скором времени все равно будет продаваться. Сделаем задачу минимум, чтобы хотя бы когда музыка играла, чтобы дверь не издавала посторонних шумов и так далее. Ну не бренчала и не сверчала, и музыка не выходила на улицу. Это бывает на улице громче, чем в машине. По поводу проводки, многие смеялись, как это все дело протянуто, что завели, просто просверлили, получается порог, да? Просверлили стойку переднюю, соответственно, потому что здесь это проблема многих, всего семейства, так скажем. Тринашки, четырнадцатые, у них вот сюда просунуть провода, это очень сложно, потому что там идет технологическое очень маленькое отверстие, и чтобы туда добраться, это приходится чуть ли не снимать панель. Но мы здесь же будем пускать? Да, мы что сделаем? Мы сделаем вот это отверстие больше и установим сюда вот такую же гофру. А, будет две гофры, да, такие? Будет дополнительная гофра идти, чтобы провода не перетерлись, не перемерзли и так далее. Вот она, шумоизоляция. Как называется, Кирюха? Это СТП Аэро. Толщина вообще зависит, смотри, что она такая тоненькая. Да, она тоненькая, но пойдем, если сравнивать с вот этим материалом ГБ, у него вес 3,5 квадрата, да? Угу. И коэффициент у него 0,15. Угу. Вот, а при этом вот это же СТП Аэро, у него вес 2,9, но
коэффициент у него 0,33, почти в 2. Больше, чем в 2 раза больше он. Типа еще и лучше, да? Да. То есть это как раз таки вот идет на них, как они называют, лидеры продаж, в 2 раза легче, в 2 раза эффективнее. Угу. Ну, короче, можно спокойно спать, что нормальная, надежная D-шумка. Это хорошая очень шумоизоляция, мы ее используем в топовых машинах. То есть такие. Не, ну 4-ка-то, понятно, топовая. Это просто топ. Ребят, пока я ездил за недостающими запчастями, тут уже вовсю идет работа. Практически все установили за 2 часа. Работают 2 человека. Все быстренько это все делается. Смотрите, моя обшивка, да? Вот она, карта, как замечательно все становится. Вот он, рупор. Сюда будет вставляться еще 2 динамика. Вот так это все дело будет выглядеть. Конечно, это мы все дело почистим потом. Уже собрали САП, короб. Это мне делал уже Жека, все его тоже многие знают, Ермак, который мне на Ниву тоже до этого собирал. Уже такой маленький, аккуратненький, ну и сам динамик SSQ Custom, самодельный. Ну как самодельный, что собирали именно в этой студии. Также есть гарантия, вот так вот заднее пространство все выглядит. Ну и 2 усилителя прикрутили уже к задней, получается, сидушке. Вот так это все дело выглядит. Что касается подкапотного пространства. Провод у нас PV3. То есть 50 квадратов. Что про САП? Ты знаешь хоть примерные характеристики? То пацаны спросят, там, сколько он номинал, сколько он выдает по вообще. САПу? Да. Смотри, САП собран на базе Alphard FX30, то есть это моторы и корзина. По заводу у него заявленная мощность 700 ватт, номинальная мощность. Угу. Но могу сказать с уверенностью, что мы в него вливали в такой динамик именно и 1,5 киловатта, и 2 киловатта, то есть он это все переваривает. Он у тебя будет накручен почти в шишку, и ты будешь вкручивать, ему вообще ничего не будет. Вот здесь, да, вот получается, да. Ага, уже все сделали грамотно, гофрочку пустили, все аккуратно. Дверка уже полностью, шумоизоляция сделана. Сейчас будем собирать обшивку, все это дело подсоединять, подключать. Ну и магнитола пока в тестовом режиме, Кен вот процессорный, вольтметр. Магнитола теперь работает от зажигания, никаких кнопок нет. Ага. После того, как заводится автомобиль, у тебя сейчас он начнет расти. То есть это, видимо, уже генератор, то есть немножко, видишь, начинает заряжать аккумулятор. И аккумулятор, ну, на данный момент находится в разряженном. Хорошие показания, какие, с какими можно ездить? 13,9, 14,4. Ну, короче, сейчас все подсоединяем, ну и будем пробовать уже запускать, как это все дело будет звучать. Подсоединили уже все, сейчас будет первый запуск пробный всей этой системы. Ну все, ребят, наступил уже следующий день, машина полностью собрана. Вчера мне не получилось ее забрать, у нас было наводнение, все дороги затопило и просто было по крышу воды. Мне надо пройти прямо-прямо вон туда. Это мы находимся сейчас под мостиком, под таким, под маленьким. Как здесь машина проезжает, я просто в шоке. Тут глубина, наверное, мне будет по пояс. Ну, короче, тут ее вообще никак не обойти, эту фигню. Видите, низинка такая. Вся вода скатывается сюда. Если УАЗик, вон уже практически колеса скрывает. Короче, как пройти, вон пацан вообще вон по колено идет. Ёлки-палки, вот это я приплыл. Ну чё, пацаны, у меня сыпка вариантов-то нету. Ебать, вода холодная. По колено уже. Это пиздец. Шорты уже намочил.
А мне надо еще выехать. Здесь, смотрите, плывет как. Я просто в шоке. Марк, ты сумасшедший. Да ну нафиг. Сейчас уже подсохло, выгоняем. Сейчас вот сюда машину поставлю. Будем тестировать. Я каждую позицию по отдельности покажу. Покажу сап, какой собрали уже под заказ. Это все делался короб. Он уже примерно, по-моему, на 65 литров. Сап у меня на трубе, как и на Ниве был. Ну и сейчас, конечно же, намного все жестче играет, намного сильней по сравнению с Нивой. По бюджету все это вышло порядка 60 тысяч рублей. Для кого-то это большая сумма, для кого-то не очень большая. Ну сразу скажу, это еще, знаете, минимальный такой набор. Немножко надо доработать. Напряжение, во-первых, не такое хорошее, как хотелось бы. Поставим сюда усиленный генератор. Плюс надо крышу шумить. Ну и вдобавок на всю мощь нельзя включать, потому что SAP надо обкатать. Две пары динамиков. Музыка Kenwood процессорная. Потом вольтаж показывает. Ну и как я делал уже на Ниве, это можешь уже регулировать SAP. Хочешь, чтобы SAP бомбил на все бабки, сделал на максимум. Хочешь, чтобы SAP потише играл, подрегулировал, и будет он потише. Что касается саба, то на 65 литров, вот тут вот видите, он сделан на трубе, саб сделанный под заказ уже профессионалом. Динамик тоже в студии SSQ Custom. Ну и два усилителя уже я вчера показывал к сидушке, которые крепятся. Один на саб, другой на фронт. Все протянуто грамотно, видите, провода какие толстые. Сейчас будем тестировать, включать, как это все дело будет играть. Пацаны, довольный Денчик уже на колесах. Впечатление тогда, когда у меня автозвук появился в Ниве, конечно, знаете, это первые эмоции. Я после Нивы уже немножко, ну, разожрался, знаете, меня так уже шибко не впечатлить. Но в любом случае играет достойно, погромче даже, чем в Ниве. И когда ездишь в тазике без автозвука, ну это немножко уже не то. Но дорабатывать в любом случае это все дело будем. Ну а вот такие треки, которые я на повседнев слушаю, это там попса, ну знаете, самые популярные скачиваю, они сейчас, в принципе, напряжение вывозят. Короче, пацаны, полностью справляется со своими задачами, так что доработки еще будут. Хотелось бы от вас, чтобы вы меня... Антенна запищала, что ли? Нифига себе, у меня ништяки. Так что, ребят, оставляйте комментарии, как вы считаете, годный, негодный автозвук. Я считаю, что из данного бюджета, из минимального бюджета, мы сделали довольно-таки хороший автозвук. На этом у нас все. С вами был, как всегда, Абрам. В следующих сериях, когда мы ее сделаем мощнее, конечно, мы будем слушать, будем тестировать, ну и будем наслаждаться тачкой. До новых встреч. Обязательно поставьте миллион пальчиков вверх, потому что потрачено 60 тысяч рублей, а я старался как и для себя, так и для вас. До новых встреч и всем пока. Сейчас, что будешь всегда рядом и станешь еще лучше. Падает звезда, с нее одно желание. Я загадаю вечность рядом с тобой. Пусть плачут небеса.